Всем привет, с вами Арсмонд и мой лучший друг Дарсмонд. Ай, блин. Пипец сейчас был. Я через полчаса улет. Окей, давай я зеленого. Да блин, пипец. Я снимаю сам. Да, ну, блин. Сегодня я буду качать Агилити до 4, Стрэнг до 3 и Дефенс. Да пошел ты. Ау, блин, мою. Блин, пипец, как неудобно без агилити. Это сразу. Хац и все. Хац и все. Все, подожди. Простите, была моя мама. И мы сразу идем на турнир. Окей, ладно. Два агилити и два дефенс, окей? Окей. Да ладно. Блин, у меня так лагает, что я не вижу, сколько у меня золота. Что там у тебя? Как? Бля, он вообще агилити не качается. Да ладно, просто агилити тоже полезная штука. Че? Да не сегодня критик мой. Да, а не правда. Лучше бы тебе стать критиком. Не, серьезно. Критиками это будет круто. Да. Таня, как ты думаешь, когда нам сделать это, Harlem Shake? То в следующем году, Да. Да, качаю. Пипец. Пипец. Да мне пофиг. Мне главное пофиг, вот и все. Ой, а почему мы с зрителями не говорим? Давай что-нибудь рассказываем. Расскажем. Блин. Блин.
Да, как ложка. Вот ложка, говорю, это лучше мне 25 минут где-то снимать, чтобы не запинаться. А потом он говорит, нет, лучше снимать 20. Я делаю видео, делаю все, что захочу, и буду снимать, о чем захочу. Вот так. Да, чё? И он на свои ошибки ценит вообще. В комментариях это пишите, вы знаете плюс 100-500? Если вы знаете, я вам скину BDSM Movies, если я найду. Ну помнишь, это самый сэндвич. Я и есть свой сэндвич. Ну ты помнишь, да? Defense. А. Ну да, я понял. Там еще 4 минуты. Блин. Уже надоело. Дай следующий турнир с читами. Блин, сразу заговорил про щиты. И сразу. Ну какие щиты? А теперь я покажу, как щита... Это... Щитами пользоваться. Вы видите, это Level, score и gold, да? И вы, типа, хотите прокачать больше gold. Вы пишете, how much? Бесконечность, да? Ждете, ждете, ждете. Не, ну да, ладно. Потом вы видите, что здесь на skill points, да? Вы нажимаете на gold. Я в прошлой серии хотел... И что получилось? Ничего. И если вы хотите левел, тогда пишите 49. Это лучший для всех. Мою атаку я советую сделать на все на 1000. Дань. Дань. Даня. О, блин. Ладно. А strength, я думаю, что лучше поставить на 250. Вот так, мое мнение. Или на 200. Неважно. Ладно, ладно. А, блин. Потом вы заходите в свою игру, да? Сейчас, подождите. Блин, нужно быстрее показать. Пипец, скоро заканчиваем. Ну и медляк, да? Дань. Ну и медляк. Да не важно, вот так сделаю. Нажимаете play, да? Вот здесь нужно делать. Йо. Сейчас, подождите, остановлю на секунду. Ну его, как видите, мой гигант вырос. И там написано 1250. Когда заходите в игру. Да. Ну и вот, армор. Идите. Вот. И вы можете купить это все. Потом можете купить самый лучший лук. Вот. Потом был. Моя любимая это вот эта дубина. Ну и вот. Потом идете на арену. У нас сразу турнир. Потому что вы прокачали левел. И вас сразу такие сильные. Ну не важно, я просто показываю, Дань, что нельзя. Ну вот такие сильные чуваки у вас уже. Потому что вы до 49-го. Есть нужна куча XP. Ну что ж, время заканчивать. Вот Даня здесь, вы его не видите. Вот мой скайп, да, скучно. Если вы спросите, кто это Дарья Сторм, да? Это мой учитель, да? Я знаю. Ну что ж, если вы здесь впервые, вы можете подписаться на канал, поставить лайк, позвать друзей. И с вами был Арсмо. Всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь на канал.